Как бы я сказал. Да, сейчас стало опять, ну, как скажем так, распространено явление или течение христианский социализм. Да, есть христианский социализм, причем это не новость, это течение Старое течение, известное из да, 19 века. века, но, к моему удивлению, я, значит, встретился недавно Катасонов Валентин, как его, Сергеевич или Валентин Николаевич, известный наш экономист, причем толковый экономист, написавший несколько интересных книг. И вдруг я читаю, значит, христианский социализм и даже апология этого христианского социализма. То есть, товарищ Катасонов был когда-то марксистом-ленинцем, преподавал политэкономию Маркса, и он до сих пор понимает, что никакой другой истинной политэкономии нет. Но вот эта обстановка, вот это давление, вот это желание подзаработать, желание сохранить свое рабочее место, и чтобы начальство обо мне хорошо думало, вот они идут на такие, значит, уступочки вроде бы. А на самом деле это не уступочки, а самое настоящее предательство. Просто они не отдают до конца себе в этом отчет. Причем ты же авторитетный человек, тебя читают, смотрят. Вот, и ты предаешь и науку, и Маркса, и самого себя ты продаешь свою молодость, неизвестно чему. Ну, что там тебе лишний гонорар подбросит кто-то, что тебе там какое-то местечко теплое за тобой сохранят. Да наплевать на них.